Спонсор показа – ветеринарная клиника «Теремок Зоо». Вайнера 45В. Телефон 646-003. Этого стеснительного щенка волонтеры назвали «Пшеничкой» из-за внешнего сходства с породой пшеничный терьер. Собака не крупная, а шерсть такая же светлая и длинная. Нашли пшеничку в коллективном саду в поселке Новоуткинск. Сейчас волонтеры подбирают для нее передержку, где собака сможет социализироваться. Мужчина, который подкармливал, он обратился за помощью. К нему она спокойно подходила, дала возможность взять на руки. Вот. И так вот она у нас попала в приют. Первые несколько дней очень боялась нас. Этот крупный пушистый пес Эшли последние полгода находится в приюте. За это время он зарекомендовал себя как хороший охранник. В приют он попал из микрорайона Шайтанка. По словам местных жителей, его привезли на машине и просто выбросили. Несколько месяцев он жил на улице. Когда его забрали, оказалось, что у пса перелом лапы. Сейчас Эшли 4 года, он здоров и готов отправиться в новый дом. Эту собаку в Шайтанке многие знают, многие жалели. Есть люди, которые его откармливали, заботились как могли. Но, к сожалению, никто не решился взять его к себе домой, вот, подарить ему крышу, миску с кашей. Нельсон – крупный и сильный пес, которого сложно удержать на поводке. Он любопытен и любит прогулки. Как говорят волонтеры, этот пес идеально подойдет в качестве охранника в частный дом. Сейчас Нельсону около года. По словам волонтеров, это самый лучший возраст для воспитания. Судьба у него сложилась так, что хозяева переехали, его оставили около частного дома, где он жил, где он и бродяжничал. Соседи подкармливали его. Сейчас в Первоуральском приюте живет около 170 собак. Здесь есть крупные и маленькие, молодые и взрослые питомцы. Чтобы выбрать себе четвероногого друга, горожане могут приехать в любой день. Кроме того, волонтеры не откажутся от помощи в виде сухих и влажных кормов, старых вещей и медикаментов.